привет! Сегодня готовлю стаканчиковый пирог. Такие пироги это из серии «Все смешал и готово», без возни и заморочек. Все готовится очень просто и быстро. Для приготовления нам понадобится, конечно же, стаканчик. За основу стаканчика мы возьмем стаканчик от йогурта, 125 грамм. Понадобится сахар, йогурт, яйца, растительное масло, мука, разрыхлитель и ваниль или цедра лимона, это по вкусу. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Как я уже сказала, отмерять все продукты мы будем стаканчиком от любого йогурта. В емкости смешиваем 3 яйца, 2 стаканчика сахара. Вот видите, я насыпала сахар в стаканчик от йогурта. И отмеряю следующий стаканчик сахара. Щепотку соли для сбалансирования вкуса. Добавляем стаканчик йогурта, у меня греческий йогурт. Отмеряем 3/4 части растительного масла. Это не полный стаканчик, ну вот так примерно. Все немного перемешиваем. Можно перемешивать по отдельности, можно перемешивать все сразу. Это не имеет значения. Такие пироги очень удобные в приготовлении. Все смешал буквально 5 минут плюс время на выпечку. Я всегда добавляю экстракт ванили, потому что мы любим с ванилью, но это не обязательно. Это по вкусу. Отмеряю 3 стаканчика муки. Можно вместо 3 стаканчиков муки добавить 2 стаканчика муки и 1 стаканчик крахмала. Так тоже можно делать, это придает мягкость нашему бисквиту. И отправляем муку в ранее замешанное тесто. Добавляем 1 пакетик разрыхлителя, это 11 грамм, это примерно 2 чайные ложки. И все хорошо тщательно перемешиваем. А пока я перемешиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Вот такое по консистенции должно у вас получиться тесто. Оно стекает ленточкой с венчика. Подготавливаем формочку. У меня формочка диаметром 20 сантиметров. Смазываю формочку растительным маслом. Переливаю тесто в форму. Отправляем тесто в разогретую до 180 градусов духовку на 30-40 минут. Пирог у меня запекался 40 минут, проверяю его деревянной шпажкой. На выходе шпажка должна быть сухая. Готовый пирог достаем из духовки и даем ему полностью остыть. С помощью 2 тарелок перекладываем пирог на блюдо. Присыпаем пирог сахарной пудрой и подаем к чаю. Друзья, стаканчиковый пирог получился очень вкусный, ароматный. Сейчас я вам отрежу кусочек и покажу, какой он получился внутри. Посмотрите, в разрезе. Посмотрите, какой. Пористый, душистый, нежный, вкусный, очень красивый. Всем желаю приятного аппетита и до новых встреч!